В новой серии работ художник Энди Баух зашифровал приватный ключ к криптовалютному кошельку, и любой желающий может получить цифровые деньги, если разгадает шифр. В 2016 году художник купил биткоины, лайткоины и другие криптовалюты и разместил их в нескольких цифровых кошельках. Каждый кошелек защищен приватным ключом, состоящим из букв и цифр. Художник оформил этот ключ алгоритмом для получения узора и изобразил его с помощью конструктора Лего. Картины имеют свой ценник. Во время выставки Баух будет вести прямую трансляцию, демонстрируя, как меняется стоимость содержимого каждого из кошельков в долларах. Даже если картину купили, любой зритель, разгадавший код, имеет право извлечь из кошелька деньги.